Привет, друзья! В четверг стартует очередной тренинг по защите каракан. Уже четвертый этап. Расскажу вам немножечко про расписание. То есть сделал я несколько выводов. Дело как бы относительно новое. И, в общем-то, на мой взгляд, очень логично я сделал, что разменный вариант защиты каракан решил поставить сейчас. Он планировался у меня последним этапом идти. Я его решил все-таки поставить четвертым. Но связано это с тем, что разменный вариант в защите каракан считается относительно надежным для белых. Вот. И его очень любят ставить очень многие тренеры своим подопечным, начиная там с третьего разряда и по вполне неплохой мастерский уровень. К тому же, уже в этом году были сыграны две боевые партии в разменном варианте защиты каракан на очень высоком уровне. Это гроссмейстер Евгений Бореев проиграл черными в Вейканзе шахматисту, которого я бы не считал фаворитом в их встрече. Младшему, ну, Люку Ван Форесту, по-моему. И, ну, кстати, в первом туре там Вишванатан Ананд выиграл у старшего Ван Фореста черными. И на турнире в Гибралтаре в последнем туре белыми гроссмейстер Левон Аронян проиграл Давиду Хауэлу. То есть, и, кстати, не так давно у меня есть ролик, прокомментированный партией Аронян-Каруана, где тоже в разменном варианте защиты каракан Каруана просто разгромил очень сильного шахматиста Левона Аронена. Вот. Значит, коротко по расписанию, которое вы видите на экранах. Лекция планируется вот так вот жестко по теории одна. Группа планируется одна. Записывайтесь. То есть все, кто записан с прошлого года, стоимость участия в тренинге 2000. Кто записывается в этом, пока что не поднимаю цену 2,5. Итак, вот лекция по теории. И отправка файла, где будет несколько, то есть, к сожалению, на тренинге по классическому варианту защиты каракан я слишком большим объемом информации пугал желающих потренироваться. В этот раз этой ошибки не будет. То есть будут именно ключевые партии даны для самостоятельного анализа. Ну, максимум с десяток. Потом будут тематические турниры вместе с моим стримом, чтобы можно было, по крайней мере, мою логику в этом варианте, в этом дебюте отслеживать. Вот. И в воскресенье разбор сыгранных партий, ну, кому интересно, значит, и ответы на вопросы, если кому-то что-то непонятно. Также будет еще один тематический турнир, тоже в воскресенье, с разбором сыгранных партий в понедельник. Во вторник у меня написана лекция по теории плюс ответы на вопросы, но по сути это будет, насколько я понимаю, именно ответами на вопросы, потому что главную теоретическую часть я постараюсь дать в четверг, плюс во время разбора сыгранных партий. Опять же, к среде я еще отправлю несколько партий на анализ самостоятельный. Тоже, как вы видите, в четверг 21 февраля тематический турнир на Личес.
в пятницу самостоятельный анализ своих партий, в субботу разбор вместе со мной, плюс ответы на появившиеся вопросы. И финишируем все это еще одним тематическим турниром на Личесе. То есть, как вы видите, стало больше практики и больше анализа партий. То есть, анализ партий, естественно, я надеюсь, что шахматисты, принимающие участие в тренинге, проделают самостоятельно, но наиболее важные моменты мы разберем, скажем так, в группе. Ну и индивидуальная консультация на ее время, то есть получасовая индивидуальная консультация в обязательном порядке. Вот, ее время согласовывается с 24 февраля по 3 марта. Вот тут вот опечатка у технического директора, это будет исправлено. По 3 марта, то есть будет время, и мы должны будем списаться и найти вот возможность полчасика, ну, точнее сказать 45 минут пообщаться на тему разменного варианта защиты каракан, на тему понятых-непонятых идей, ответы на вопросы, анализ партии и тому подобное. Вот такой вот небольшой анонс. Спасибо за внимание. Посмотрите, под видео будет Google форма. Обязательно запишитесь, если вы не записаны. Оставьте телефон, технический директор завтра, послезавтра, то есть в четверг, с вами свяжется. Если потребуется сделать еще одну группу, если будет больше народу, чем 10 человек, то сделаем еще одну группу. Ну все. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин.